Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство ZTE Blade V50. А сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел пароли аккаунты. Здесь у нас уже добавлен один Google аккаунт. Давайте я сперва покажу, как его удалить. Мы нажимаем на него и нажимаем «Удалить аккаунт», и нажимаем «Удалить», и нажимаем «Ок», и вводим, подтверждаем это действие либо паролем, либо отпечатком пальца. Таким образом мы удаляем Google аккаунт. Теперь, если вы хотите добавить Google аккаунт, нажимаем «Добавить аккаунт», выбираем Google. И далее вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Согласиться» и нажимаем «Принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.